Любовь Григорьевна, скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Это рай или ад? Может, это другое место? Скажите, пожалуйста. Любовь Григорьевна, расскажите, пожалуйста, как вы попали в тонкий мир? Что с вами случилось? Друзья, приветствую вас на канале «Мистика рядом. Паранормальные истории». Мое имя Роман, и я продолжаю рубрику инструментальной транскоммуникации. По-другому еще называется феномен электронного голоса, сокращенное название ЭГФ. Более подробно я рассказываю в других роликах, их можно посмотреть на канале. Я не первый человек, который проводит эти исследования в данной области. Есть много подтверждений этого паранормального явления. Этот сеанс транскоммуникации я провел по просьбам подписчиков, и «Тонкий мир» рассказал о душе актрисы Любови Полищук. На этом сеансе «Тонкий мир» не очень охотно делился информацией. Не всегда духи отвечают четко и понятно. Многие вопросы вообще остаются без ответа. И это происходит очень часто. Но ответы в этот раз все-таки были получены. Уважаемые друзья, если вы впервые на канале «Мистика рядом» и вам нравятся ролики с ЭГФ, а также мифология и паранормальная, то обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки. Это очень мотивирует автора для выпуска новых интересных роликов. Всем приятного просмотра! Здравствуйте, мне кто-нибудь может ответить из тонкого мира? Тонкий мир, кто на связи? Кто мне отвечает? Тонкий мир, спасибо, что вы мне ответили. Скажите, пожалуйста, народная артистка Любовь Григорьевна Полищук сейчас у вас? Она в тонком мире? Скажите, пожалуйста. Тонкий мир, я спрошу еще раз, скажите, пожалуйста, народная артистка Любовь Полищук, она сейчас находится в тонком мире, она у вас? Ах.
Тонгимир, скажите, пожалуйста, я могу сейчас пообщаться с Любовью Полищук? Вы мне можете дать с ней связь? Любовь Григорьевна, скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Это рай или ад? Может, это другое место? Скажите, пожалуйста. Тонкий мир, я повторюсь. Скажите, пожалуйста, где сейчас находится Любовь Полищук? Она в раю или в аду? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Любовь Григорьевна, расскажите, пожалуйста, как вы попали в тонкий мир? Что с вами случилось? Любовь Григорьевна, скажите, пожалуйста, что вы сейчас видите в тонком мире? Любовь Полищук, скажите, пожалуйста, что вы сейчас видите в тонком мире? Тонкий мир, скажите, пожалуйста, у Любовь Полищук будут еще перерождения на Земле? Любовь Григорьевна, если у вас есть какие-либо пожелания, то я вас внимательно слушаю. Тонкий мир, скажите, пожалуйста, какие перемены ожидаются в мире в ближайшее время? Mm-hmm. Mm-hmm.
Много. Много. Тонкий мир. Любовь Григорьевна, спасибо вам за общение. Я вас отпускаю. До скорой связи. Вот и закончился спиритический сеанс с тонким миром. И вы все сами услышали. Считаю, что тонкому миру и духам нельзя доверять на 100%. И решать вам, верить в ЭГФ или нет. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. Спасибо за просмотр.